Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики, все, кто смотрит мой канал. Канал коллекционера, можно сказать, ибо я коллекционирую монеты, бумажные купюры, почтовые марки. И вот такую вещь я приобрел в комиссионном магазине. Это принцесса Диана. Тарелочка коллекционная. Ну, я ее приобрел, потому что она была очень недорого. Ее отдавали, в принципе, наверное, по весу. Тарелочка номерная. Изготовлена она в Англии, короче, видите? Memories Diana. Видите, все можете прочесть сами. Знаешь, номерная коллекционная вещь. Что интересно, вот здесь вот отверстие есть. Эту вот тарелочку многие коллекционируют и вешают на стены. Кто в кухне, кто где, кто везде. Ну, мне понравилось, я взял. Заходил я на мешок, на аукционы. Ну, цена стоит, ну, где-то в районе 50 долларов продается такая. И то не такой вид, а есть они похожие. Ну, одной серии, одной линейки. Но такой красивой не было. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. С вами был канал Олег и Ко. До свидания.